Всем привет, дорогие друзья, зрители и подписчики канала. Играет и комментирует для вас Слуцкий Александр. Мы продолжаем прохождение карьеры... какой вокруг света? Карьеры в Pro Evolution Soccer 2018 за Зенит и Андерлехт. Наш следующий соперник. У нас осталось всего лишь два матча до конца чемпионата. Отставание от Спартака 3 очка. В прошлой серии был шанс их достать, но не получилось. Не получилось. Также мне поступило предложение возглавить ЦСКА. Но, естественно, я никуда не пойду. Останусь в Зените. Вот. И также, по-моему... А, нет, здесь ничего нового нет. А Моздоеву предлагали, но мы уже отклонили предложение Ньюкасла. Слишком мало денег они могут заплатить за Моздоева. В общем, ладно. В целом, опять-таки, вроде состав у нас полностью готов рвать. И вот необычная схема Андерлехта. Я помню, с ними иногда... приходится помучиться. Ну и, конечно, фланги, ребята. Фланги. Это то, что уязвимо у Андерлехта. Победим в этих двух матчах, и можно рассчитывать даже и на первое место. Потому что Спартак нестабильно выступает. Это мы тоже видим. То ничья у них, то поражение. Жаль, что и мы тоже теряем много очков. Ну, конечно. Больше всего очков мы потеряли на старте. Вот если бы не те потерянные очки, мне кажется, мы бы безоговорочно были на первом месте. Вон, Кокорин уже на фланг забегает, но я смотрю, крайние полузащитники очень низко опускаются у Андерлехта. Поэтому здесь будет достаточно сложно скрывать, но мы попробуем. Кагава с Дриусси, стеночку, дальше Дзюба. И снова на Дриусси, но здесь зон нет. Сколько же здесь народу у Андерлехта. Они тоже сидят в обороне. Они тоже играют вторым номером. Ну что, против нас нашли оружие. Естественно, против всех сильных команд это оружие работает. Но вот так все-таки мы раскачиваем. Андерлехт и Кокорин вообще беспрепятственно в уголок щечкой отправляет мяч. Ох, Александр. Тоже побольше бы забивал еще. Реализовывал моменты. Передача от Дзюбы пошла пяткой, насколько я видел. Да, вся команда почти Андерлехта была в своей штрафной. Это им не помогло. Дриусси, Дзюба, Кокорин. Все в красных бутсах, все молодцы. Угловой исполняет Кагава. Так, Дзюба. Смотри, его другой уже футболист закрыл. Ну давай, давай, Кагава. На скидку. На скидку Дзюбе. Кокорин. О-хо. Там столько тел и ног бросилось под удар. Паредес с Кагавой красиво разыгрывают опять. Дзюба. Трудно было пробить. Опять-таки не было пространства. И сыграть-то не с кем было в пас в данной ситуации. Головой Кагава. Не попадал в створ, но вратарь на всякий случай Андерлехта сопроводил мяч за лицевую. Адриуси, как обычно. Как обычно. И прострел Дзюбе. В другой угол надо было бить. Но как там ударишь в другой угол? Никак. И опять Дриусси на перехвате. Дзюба в офсайде, по-моему, был. А ведь не был. Я поторопился. Надо было придержать мяч, подождать Кокорина. Эх. Дриусси просто рвет и мечет в этом матче. Просто рвет и мечет. И передача от Дзюбы проходит. Дриусси. Разворачивается. Пас снова на Дзюбу. Артем, ударить нужно. Да. Вот чем хорош Артем, то что он корпус поставит, и его очень сложно оттеснить. Устойчивость при толчках, помните, да, 94. В данном случае он этими воспользовался. 2-0. Тут игра не играет обороны. Это я про Андерлехт уже. Нет смысла. Уже результата не добьешься, даже ничьи. Поэтому они станут раскрываться рано или поздно. Дзюба. Нет. В этот раз защитники с большим трудом, но справились. Кришито. Прострел, Кокорин. Ай-яй-яй. Можно третий было забивать и хоронить Андерлехт. Полное преимущество со стороны нашей команды. Надо продолжать в том же духе. Не отпускать. Вот опять. Но это же нарушение.
Странные подкаты и странные решения судьи в PES. Вот опять, почему-то, когда я даю пас на ход Криш, то он никогда не успевает. Либо это виноваты дающие, не рассчитывают скорость Доменико, либо Криш-то уже просто не в состоянии так открываться. Вот это удар по Редеса! Ну вот! Было близко к тому, чтобы забить издалека. Очень близко. Кагава на перехвате. Кокорин на Дзюбу. Доходит пас. Обратный пас был лишним. Поторопился немножко Артем. Криш-то немножко не успел в подкате. И вот, казалось бы, ноги надо было бы уже убрать, потому что мяч-то пошел дальше. Не убрал Доменико, и поэтому мы заработали штрафной для Андерлехта. И сейчас, если у них какие-то наработки есть, нам не сдобровать Криши, то просто выносим. Ничего у них не получилось. Паредеса накрывают. Кстати, не в первый раз уже в этом матче. Кагава нужно... Ух ты, Теодорчик. Вот из глубины их подключения тоже. Иванович не уследил. Наш суперлидер не уследил за Теодорчиком. В одно касание, потому что заброс очень сложно сориентироваться. Я не знаю, как мы не забили сейчас. Такая толчья в штрафной. Прямо даже не в штрафной, а прям во вратарской даже. Прострел Смольникова. Здесь Кагаву заблокировали. Подбор Дриусси. Удар внешней стороной стопы с лета. Левой ногой. Полос. Ригони. Ригони входит в штрафную. Передача на Полоза. Не было офсайда? Нет. Я побоялся, что все-таки у Полоза офсайд. Да, я сделал замену. Выпустил Полоза. Выпустил Ригони. Выпустил Ковачича. Это сработало. Зажали полностью Андерлехт. Вот... Почаще бы так играть, без шансов для соперника. Но это из-за схемы, мне кажется, удобная для нас команда Андерлехт. Так получается. Полос на замахе. Вот это красота была сейчас. Левой ногой подает. Кстати, точная подача. Еще пас. Ригони, вторая попытка. Ой, рикошет был, и вратарь сумел таки переложиться, отбить. По ноге получает Дзюба. Ну давай, Паредес, попробуем отсюда забить. Редко мы бьем штрафные, редко фалят соперники. Ну вот, это шанс. А у мяча Ковачич, кстати. А почему Ковачич? Я все-таки к Паредесу больше привык. К его манере исполнения. Так что... Все-таки Леандро. Тут надо посильнее бить, насколько я помню. Снайпер, достижение, ребята. Вот это выстрел от Паредеса. Вот, наконец-то мы забиваем штрафной. Наконец-то, в конце сезона. Но какая же красота залетела, а? Леандро Паредес начинает становиться настоящим лидером у нас в команде. И капитанскую повязку заслужил уже. Интеллектуалом стал. Ну и исполнение этого штрафного выше всяких похвал. Прямо в девятку. Практически. Там, по-моему, вратарь задел. Давайте еще раз посмотрим. Ну-ка. Блин, ну не видно. Ну, ребята, давайте мы нормально посмотрим. Так. Не-н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 е. Тут же совсем по-другому управляется повтор. Не так, как FIFA. Ну-ка. Блин, ну ничего не вижу. Серьезно. Так, можно камеру поменять? Вот так будет видно, мне кажется. Хотя... Надо еще подальше отдалить. Ну вот как-то так, наверное. Ага, смотри, вратарь. Вратарь коснулся кончиками пальцев. И от его кончиков пальцев... Мяч летел, влетел в ворот. Не в самую девятку удар, все-таки не идеальный. Но, тем не менее, красиво получилось. 4-0 в итоге. Андерлехт просто раздавлен. Уничтожен. Я доволен. Особенно последний гол прямо.
понравился. И смотрим, что там Спартак, но подозреваю, что они очков не потеряли. Один удар всего у Андерлехта. В обороне вообще редко мы так хорошо действуем. Ну да, 3-0 Динамо Киев просто тоже разнесли. Последний тур остается. Вряд ли там Спартак проиграет, поэтому нужно уже потихонечку смириться со вторым местом. Когда на поле Дзюба, фанаты постоянно ждут от него голов. Похоже, ему дали прозвище. Теперь фанаты зовут его Гаубица. Но он же был стервятником. Теперь он Гаубица. Иванович стал популярнее у болельщиков, в результате чего увеличилась выручка от продаж товаров с символикой клуба. Вследствие этого совет директоров счел нужным увеличить бюджет на зарплату. Похоже, популярность это не только приятно, но и выгодно. 260 тысяч прибавилось нам. Ну что ж, заключительный тур в чемпионате. И посмотрите, какая ужасная форма у Лунева и у Паредеса. Что самое удивительное. Ну, Ковачич, Ковачич, давай, выходи. Анюкова-то там нормальная форма, я надеюсь, да. И Анюкова мы сделаем капитаном, само собой, чтобы 95 дух команды был. Так, ну, хоть все остальные вроде в порядке. Да, с такой формой, конечно, вратаря даже в запасе держать бессмысленно. Паредеса тоже. О, Ерохин зато в отличной форме. Может быть, вместо Кагавы выйдет. Добавит креатива. Он иногда может. У Брюги тоже схема с 5 полузащитниками, с 3 центральными. Опять-таки фланги. Фланги. Надеюсь, что сработает. Хотя вот не сказать, что мы Андерлехта именно по флангам порвали. Ну что ж, побеждаем. Надеемся на первое место еще. Если ничья или поражение, мы вторые. Но, скорее всего, даже победа нам не позволит обогнать Спартак. Нужно было раньше об этом заботиться. Нужно было раньше. Так, а в свои ворота не хотите забить, господа? Не хотят. Жалко, до Дзюбы мяч сейчас не дошел после этой хорошей подачи, в принципе-то, от Анюкова. Дзюба ставит корпус. Обратно на Анюкова. Александр ждет, ждет забегания Кагавы. Дождался, в принципе, Дзюба. Дальше до Ковачича. Удар по воротам. На самом деле можно было бы и поакцентирование. Хорват. Без Паредеса, конечно, у нас могут быть проблемы именно в креативе, в созидании. Что такое? Нарушение? Никогда такие нарушения не свистели. Это там по носу, по-моему, Кокорин зарядил сопернику, а тот ему отомстил, ударив по ноге. Так, ну, тут разыграть легче, мне кажется. И Ковачича на фланг отправить. Ковачич. Подача отсюда. Кагава, ну, если был там Дзюба, вот он мог вратаря, в принципе-то, переиграть вверху. Кагава. Дзюба. Легко. 1-0. Не, с бельгийскими клубами тут реально почему-то легко играется. Я не знаю почему. Но это действительно так. А что если мы побежим к центру? Я просто так еще ни разу не праздновал. А, ну типа быстро попраздновали и все. Кокорин и Дзюба. Вот, наверное, не стоило разворачиваться сейчас. Хотя мне казалось, я на противоходе поймаю защитника. Анюков. Подача. Дзюба. Ай, выше ворот. Мне казалось, ближний угол сейчас залетит. Дрюси, левая нога. Ну, тут сложно было, да. А я не знаю, вот если бы я успел прострелить с хода. Здесь Дрюси отправил бы мяч прямо на ногу Дзюбе. Как вы думаете? Дзюба с пыра, да, по-моему, пробивал. Блин, вратарь много тащит. Брюги, я не знаю. Пора уже пропускать второй ему, по-моему. Фланги реально дырявые у Брюги. Ну, это по схеме было видно. Ну, вот и пропустил. Иванович после скидки Дзюбы. Рано или поздно этот наш стандарт работает. Углового флага я еще не праздновал. Да уж, Иванович. Ивановича с таким празднованием очень как-то странно видеть на самом деле. Ну ладно. Отличная скидка Дзюба. Вратарь-то вышел. И смотри, он еще играет. Жесть. Силы не хватило удара Дрюси. А ведь он шел в створ, в принципе-то. Могло и залететь. Вполне-вполне могло. Кокорин на фланге. Ого, защитник ошибся. Хотел вынести. Дзюба. Ну тут вообще
И нет офсайда, великолепное открывание, и Анюков увидел Артема. Дзюба точно лучше бомбардирует, это уже бесспорно. Еще два гола сегодня забил. У нас легкий календарь в итоге в конце, то есть две бельгийские команды, которые мне удобны оказались. Вот Базель, блин, Базель, насколько же они хорошо против нас сыграли. И вот мы проиграли Базель, из-за этого мы не догнали Спартак, скорее всего. Кокорин, шанс. Намертво Хоров отберет мяч. Знаете, а Ковачич в этом конкретном поединке очень даже здорово смотрится. 3-0 после первого тайма. По-моему, великолепный результат. Ни одного удара в створ по нашим воротам. То, что нужно. Дзюба двоих защитников оттеснил. Получает по ногам. Кто у нас там из исполнителей штрафных есть? А, в принципе, да, Кагава лучше. Но у него так себе, конечно, штрафные. Если посмотреть. Но мы, конечно, попробуем. Мы, конечно, попробуем. Так. Чуть-чуть переборщил. Ох, Кокорин прорывается и простреливает. А вот там никого нет. Надо было все-таки, наверное, еще микропаузу взять. Либо, там, не знаю, бить оттуда. В расчете на добивание. Дрюси. На второй темп. Ах, тут, смотри, успели полузащитники. Я думал, Дзюба сейчас всех отвлечет. И мы так уже забивали, в принципе. Пора выпускать Ерохина, давно не выходил он у нас. Я думаю, Кузяева можно выпустить вместо Крановитера. Да и Ригони вперед. Кришито. Надо сейчас точно сыграть на Дзюбу. Получится? Не получилось. Опять-таки, все в линии у меня открываются, а там как раз защитники контролируют. Второго темпа не было. В итоге некуда было отдавать. Идеальный перехват Маманы. Дзюба. Ерохин. Обратно на Артема. Он убирает защитника. Ригони. Дзюба. Да ё-моё. Это что сейчас Дзюба хотел там исполнить? Как здорово. Но только вот Дзюбу накрыли. Хорошо вышли все, кто был в запасе у нас. Тут совсем уже брюки разваливаются. Видите, да, какие зоны? Использую не хочу. 85-я минута. И представляете, если Спартак вдруг сейчас проиграет. Вот это будет сюрприз. Приятный сюрприз, конечно. Но я сомневаюсь. На самом деле, очень сильно сомневаюсь. Но зато финал сезона у нас получился очень добротным. Разгромные победы над бельгийскими командами. Считаю, что так и должны заканчивать команды. Давай, давай, Дзюба. О, отлично. Опять выиграл борьбу. Ударить отсюда. Бедные защитники. Просто Дзюба их сминает постоянно. Ригони красиво уходит. Ну и нужно отдать уже пас. Дзюба. Еще дальше. Ну тут офсайд. Нет. Нет офсайд. Дрюси тоже забивает в итоге. Бам. По флажку. Это немножко другое празднование. Я опять тут хотел простреливать. Но потом увидел, что мало ли опять не пройдет. В итоге раскатали. Блин, неужели не было офсайда? Неужели там защитник застрял. Но между ног пас, кстати, Дзюба сделал. Тут еще и от вратаря, господи. Ну что ж, 4-0, друзья мои. 4-0, финальный матч этого сезона. Ну, еще будет матч против ветеранов, которые заканчивают с футболом. Я, конечно, не знаю, что там нас ждет и против кого мы будем играть. Ну вот такой сезон получился. Очень рано мы вылетели из Лиги Европы. Очень рано мы вылетели из Кубка. Но это я по-прежнему учусь играть в Pro Evolution Soccer. Посмотрим, смотрим, что получится у нас во втором сезоне. И там, скорее всего, не будет в сериях полный сезон. То есть я хочу именно Лигу Чемпионов играть на запись. Такие вот у меня планы.
Ну что, в принципе, давайте смотреть таблицу. Я думаю, если бы мы выиграли, нам бы сейчас там вручали кубок, игроки бы сильно радовались. Спартак сыграл в ничью. Ну, Карабах, ну мог же ты забить хотя бы голик, хотя бы один голик. Вот мы на одно очко в итоге отстали в таблице, да. 78 баллов у Спартака, 77 у Зенита. Ой, разница у нас 45, плюс 45 у Спартака, плюс 37. Ну ладно, в любом случае мы в Лиге Чемпионов. Да, символическая сборная турнира, о чем я и говорил. Дзюба и Дриусси вошли в нее, то есть нападение полностью зенитовское. Глушаков, Самедов, Джики из Спартака. Дзагоев из ЦСКА, Измаили и Степаненко из Шахтера, Морозюк из Динамо, да. А Киев Сухий из Базеля, кстати говоря. Ну вот, из этих команд составлена сборная сезона. Дриусси рассказывает журналистам, как он вам благодарен, и о том, что мечтает по-прежнему делать для команды все, что в его силах. Он стал ключевым игроком. Роль в команде протеже повышена до уровня 3. Он адаптируется к вашим тактикам еще быстрее. За матчи, в которых он будет играть, он будет получать бонусные очки опыта. Слушайте, аргентинцы-то прям качаются. Кагава достиг почти идеального понимания наших тактик. Кроме того, он достаточно умелый организатор. Командный игрок до уровня 3. Роль в команде повышена. Набиуллин от Брентфорда получил предложение. Хе-хей. Так, тут еще куча новостей. Значит, нам продлили контракт. Ну, точнее, предлагают продлить контракт. Значит, 11 человек в число избранных попали. И Дзюба золотую бутсу получил. И лидер по голевым передачам. Дзюба просто великолепно провел сезон. Так, ну, я думаю, что надо соглашаться. Контракт. Вы можете передумать, пока не наступит июнь 30 число. Контракт запланирован. Ну все. Что там по Набиуллину-то? Ну не, ребят. Больше надо предлагать. Он все-таки еще прогрессировать будет в конце-то концов. Но в список для трансфера я его добавлять не буду. Так, и после того, как сборную года огласили, теперь сборную месяца. Кагава и Дзюба сюда попали. Спартак тоже предлагает контракт. Да вы сейчас с ума что ли сошли? ЦСКА и Спартак. Кто из Зенита уходит в такие клубы? Вернулись игроки, которые представляли свою страну на событии. Так, ага. Там товарняки отыграли наши. Ни трофеев, ни титулов. Честно признаться, все мои надежды рухнули. Ну что, ты же мне уже предложил контракт, алло. Что началось-то? Так, ну что, опять мы надо любимого игрока выбирать. Давайте это сделаем, что ли, я не знаю. Гаубица Дзюба перейдет в другой клуб. И Тоттенхэм, ничего себе, хочет его купить. Так, выбрать мои любимые игроки. Ну, у меня там Ковачич, который пока себя не проявляет. А теперь я, наверное, выберу все-таки Паредеса. Пусть он прогрессирует быстрее, хотя... Можно Дриусси выбрать, наверное. Лучше выберу я Дриусси. Сейчас Себу должны показать опять крупным планом, да? Как в тот раз Ковачича. Или нет? Там был первый мой любимый игрок. Ну нет, вот да. Себастьян Дриусси. Вроде как, да, похож, а вроде и нет. Здесь в PES он. Надеюсь... Учитывая, что лицензия будет у Konami, сделают лица наших игроков в нашей лиге получше. А Хафренагуэль какой-то Полоза хочет купить. Ну, кстати, Полоза можно продать. По итогам анализа показателей клуба в предыдущем сезоне вы получите следующие дополнительные средства на предстоящий сезон. В клубе очень довольны вашими показателями. Ваш бюджет пополнится приличной суммой. 23 миллиона дали еще. И плюс 5 миллионов на зарплату. Ничего себе. Давайте смотреть, что там за предложение Дмитрию Полозу поступило. 7 миллионов, между прочим. Попробуем поторговаться, выбить из них побольше. Ну, допустим, 67%, 9 миллионов, давай. Рейтинг клубов обновлен, поздравляем. Ваши усилия в этом сезоне обеспечили, да, участие в Лиге Чемпионов. И где мы там в рейтинге клубов теперь? Интересно знать. Рейтинги, рейтинг клубов. Мы поднялись или нет?
По-моему, мы опустились еще, да, ниже. 39 место. А были на каком? Не, по-моему, были ниже. Я вот не помню, на каком мы были. Ну ладно, 39 место, это неплохо. Спартак на 27-м, правда. Вот там мы могли быть, если бы выиграли, наверное, чемпионат. Бавария на первом. Так, изменения в переговорах. Базель и Университет де Чили. Вашему вниманию предлагается новый игрок. Скаут там кого-то нашел. А я разве давал задание? Найти кого-то скауту? Интересно. Ну, допустим. А, ну да, тут же они постоянно работают. Ха, смотри, Вернблума. Деулуфео на левый фланг. Слушайте, ну это было бы неплохо на самом деле. Направо Фарфана тут предлагают. Не, ну... Деулуфео это как запасной будет, потому что Дрюси-то я не уберу. С другой стороны, Дрюси можно в центр перевести, да, а Деулуфео налево. А Дзюба куда, да, скажете вы? Дзюба... Да, Дзюба должен играть, по идее, много. Ну окей. Надо будет потом подумать, кого можно будет подписать. Что там с Полозом? Что там с Полозом? Они готовы заплатить, да? Так я понимаю. Мы можем еще поднять до 9800. Попробовать. Все-таки. Давай. Дриуси получил предложение от Порто. Ну, сейчас. Вот тут точно я как бы... Сразу можно отклонять. Сколько они предлагают? Смотри, они 19 предлагают. Он стоит 18, они предлагают 19. Отменить переговоры. Пришло время сыграть вот этот прощальный матч. Так, это кого нам показывают? Я чуть не могу узнать по лицу. Сейчас посмотрим состав. Ага, ну да, все игроки, которые завершают карьеру. Капитан Дани у них, ха, Вальбуэна, Фернандо Торрес, Тиаго Мотта, Де Йонг, Барцали, Рауль Альбиоль, Перейра. Ну, короче говоря, хорошенький у них составчик-то, хорошенький. Так, давайте посмотрим, кто у нас сыграет. Да, Дани завершает карьеру. Ха, круто. Барцали, блин, 84, вот... Хрен пройдешь. Ну, Дзюба попытается. Блин, Дрюси, что такое? Что с тобой случилось? Полос тоже прощальный матч проведет. Да нет, давай Ригони лучше. А лучше выйдет Ригони. Дрюси что-то не в форме у нас. Что-то не в форме. Ну, а все остальные нормально. Да, забавно. Ну, погнали. А интересно, это вот за любую команду начинаешь карьеру, и тебе предоставляют возможность сыграть с футболистами, которые уходят из футбола? Или как? Или это так, чисто рандом? Не знаю, не знаю даже. Барцали он идет. Ну, на самом деле интересно, да, против ветеранов скатать. Мальчик. А самое прикольное, что капитан у них, да, Мигель Дани, который много-много лет провел в «Зените». Символичненько, однако. Наши болельщики, стадион заполнен. Да нет, если бы в Питере такой матч провели, то есть легенды, которые, ну, футболисты, которые завершают карьеру против Зенита, я думаю, стадион бы собрался 100%. Тут даже не вопрос. Вальбуэна еще тоже, который в российской премьер-лиге успел попылить в Динамо. Да. Да, вот он наш состав. Блин, а надо было запас посмотреть. Ну ладно, погнали. Смольников, навес на Дзюбу. Вот, Дзюбе опыт надо приобретать. Хотя, конечно, у него уже нормальный опыт. Но тем не менее, против Барцали не каждый день играешь. Смольников, Кокорин, еще один навес. В этот раз не прошел. Не знаю, зачем я прыгаю в подкате. Это все-таки товарищеский матч. Ну, грубовато, грубовато сейчас Мамана, конечно, срубил. Барцали все вычищает. У него рейтинг 84. Куда он там собрался уходить? Еще бы попылил. Еще бы поиграл. Кокорин, ну вот здесь, смотрите, да, уже не в центр навес, а вот фланговый защитник уже не справился с нашей подачей. Александр Кокорин забивает голешник.
Мне просто было интересно, что будет, если в ворота побежать, но ничего не случилось. Ладно, допустим. Мне даже хочется немножко поддаться здесь ветеранам, честно говоря. Чтобы какая-нибудь там ничья была. Ну, традиционная наша атака. Заброс Дзюбы. Дальше скидка на крайнего защитника и точная подача. Кокорин убрал Барцали. Ничего себе. И ударил Дзюба рыбкой на добивание. 2-0. Да, но стариков раскатываем, конечно. Скорость. Видно, что им скорости не хватает. Прям явно. Очень хорошо это видно. Очень хорошо. Кокорин, еще один шанс. Александр. Ух ты. А вот и голкипер в игре. Наконец-то. Ну, проваливается. Вообще, полузащитники вообще не успевают возвращаться. Видно, что физики не хватает ветеранам. А мы играем на максимум. Хотя, в реальности я не думаю, чтобы Зенит играл в такой ситуации на реальность. Господи, на максимум. Скидка Дзюбы не проходит. Кокорин. Пробить не дают. Кокорин, еще один шанс. Ну вот здесь, видите, когда статичное положение, уже сложно раскачать. Ну не, ребят, так нельзя. Тут Дзюба воспользуется. Оформляет дубль Артем. Ну и получается, что уже 3-0 к 28 минуте. Мы просто разрываем ветеранов. Думаю, во втором тайме я выпущу... Хотя у меня там вроде... А, по-моему, в товарищеском здесь матче бесконечное число замен, да? Если так, то я выпущу сейчас второй состав полностью. Ого! Какой-то акробатический этюд сейчас был со стороны Смольникова. Да и причем... Может быть, даже из боевых искусств, я не знаю. Паредес... Ага, ошибается передача. Слушайте, а ветеран это инициативу перехватывает потихонечку. Чистый подкат. Но Торрес... О! Смотри, продавил. Дани... Паредо здесь, еще Паредо здесь, и контратака будет, Регони. Погнали, 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 давай, 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 Эмильяно. Тебя не должны догонять. Тебя не должны догонять, догонять, догонять. Дзюба! Слабенько. Макси Перейра. Здесь аккуратно. Сейчас могут забить, могут забить. Охо, красиво. Внешней стороной стопы так на дальний угол вратарской вырезал на Дани. Ну да, не силен в игре головой, мы это знаем, поэтому вряд ли на что-то серьезное тут стоило рассчитывать ветеранам. Ну что ж, первый тайм, тотальное преимущество Зенита. Давайте посмотрим, можно ли здесь делать бесконечное число замен. Ну, допустим, я хочу точно Дзюбу поменять. Ну, пусть выйдет Полос, может быть, еще он не уйдет, кто его знает, да? Шатов налево, хотя нет, Шатов в центр. Дрюси, мне пофиг, что он в плохой форме. Кузяев. Слушайте, да, бесконечное число замен можно делать. Замечательно. Ну, значит, Плетнев выходит вместо Кокорина. А Ковачич вместо Паредеса, само собой. Ладыгин вместо Лунева. И вот там уже нам будет посложнее, да? Скроботов и Кокоев. Давайте, против... А, нет, все, нельзя. Да ладно. Ну, походу, да, все-таки ограниченное число замен. Получается, сколько? 6? 6 замен, да. 6 замен. Ну, защита, значит, у нас остается без изменений. Ладно. А я хотел Кокоева из Кроботова выпустить, чтобы они с Торресом там поборолись, побегали. Как Кузяев полетел. Да, они против Смольникова сошлись. Торрес, перевод. Ну, Криш-то. Криш-то. Все видит, все контролирует. Дрюси. В плохой форме, напомню, Себастьян, поэтому ему лучше сегодня расставаться быстрее с мячом. Полос. Обратно на Смольникова. Смольников на дальнюю штангу. Там Дрюси. Дрюси. Вот видите, Макси Перейра. Легко. Торрес имел отличный шанс. Лунев недоволен. Не хочет он пропускать даже в таком
товарищеском матче, коммерческом, наверное, скорее всего. Какие-то коммерческие тут дела были бы. Ну, слушайте, ну... Видно, что если бы им скорости, этим ветеранам, они бы мне задали перцу. Вот, пожалуйста, здесь могли забивать. Навесы пошли. Ну вот, я поменял все нападение. И Лунев начинает психовать. И мы начинаем пропускать момент за моментом. Точнее, позволять создавать момент за моментом. Навесы-то великолепные. У Вальбуэна всегда были. Постоянно Вальбуэна навешивает на дальнюю штангу. На то, чтобы... Ну, в расчете на то, чтобы Мигель Дани замкнул. Но не получается у Мигеля вообще. Еще раз повторюсь, не сильная его сторона, игра головой. Смольников. Ну что, у нас тоже атаки прекратились, к сожалению. Когда вышел резерв. Кузяев пяточка, и Полос тоже пяточка, и Смольников. На дальнюю штангу там можно было попробовать, конечно, навесить. Ух ты, Плетнев, от мод ты получил по ногам. Дальше Шатов, Плетнев, забивай! Ух ты! Молодой отличился. В матче с командой ветеранов. Неплохо, неплохо. Ну и комбинацию там надо отметить. Разыграли-то шикарно. Вот здесь. Там было, кстати, нарушение. Пяточка Шатова, а. И опять... Невнимательность опорной зоны. Стох выходит. Он тоже заканчивает карьеру, что ли? Теперь Шатов езжает в ноги Торресу. Ну, технично, ребята, технично. Это, кстати, был Тиаго Мотта, по-моему. Перед матчем-то его показывали. Я теперь только понял. Вспомнил это лицо. Шатов, зачем? Зачем ты ломаешь Торреса? Ой, да. Шипами. Торрес весь матч, кстати, проводит. Не устал, видимо. Ух, пятка. Вот это игра Дани. Вот это я понимаю. Мяч внизу, он штрафной, он креативит, он обыгрывает, пас играет, там какие-нибудь передачки вот пятками раздает. Вот это я понимаю, это игра Дани. А не навес на него. Александр Киржаков вместо Дани вышел. Киржаков-то тут откуда взялся? И почему его не было? Почему его не было у нас в составе? Киржаков, ребята. Александр вышел вместо Мигеля Дани. Еще один зенитовец. Что происходит? Адриану. Вальбуэна будет навешивать. Опять Иванович зарядил по ногам. Мотто будет разыгрывать. Да-да-да-да-да. Быстро разыграли. Киржаков назад. Адриану. Перевод. Кузяев. Пролетает мимо. Мотто. Ну что, ветераны, должны забить. Нет. Лунев. Лунев хорош. Плетнев, Полос. И давай на ход Плетневу. Ну тут свежий Адриана, кстати, не пустит, наверное, молодого. Да. Правда, Плетнев поборолся, мяч оставил для Зенита. Шатов. Ух ты. В створ летело. Хотя я там переборщил, казалось бы, с ударом. 4-0 в итоге. Но я не знаю, это, конечно... Такого бы не было в реальности, мне кажется. Пожалели бы ветеранов в любом случае. Тиаго Мотта показывает его. Видимо, считается, что главная звезда, кто завершает карьеру. Но в принципе, если так посмотреть, ну я бы все-таки Барцалью выделил. Я бы Барцалью выделил, его бы показывал. Ну ладно, Тиаго Мотта, так Тиаго Мотта. Все прощаются с ним. Фотокорреспондент почему-то как замороженный, то есть вообще не шевелится, это забавно. Ну ладно, допустим, окей. И все, да, больше ничего не покажет. Я думал, там он будет ходить, там его будут трибуны провожать, но нет. Лунев, смотри-ка, прокачался. И Кроневитер тоже, до 78. Так, куча у меня опять текста здесь пришло от спортивного директора и от директора клуба. В этом сезоне состоялись еще не все встречи, внесенные в календарь. Трансферное окно открывается завтра. Пора проанализировать выступление клуба в целом и его отдельных игроков и решить, какой бы вы хотели видеть свою команду в следующем сезоне. Гайло получил от Майнца предложение. Ого.
К концу дня вы должны ответить на предложение занять должность главного тренера в другом клубе. Я как бы ответил уже. Я нашел особенного игрока, у него несомненный талант, а кроме того, роль в команде командный игрок. Сейчас можно будет заключить с ним контракт по оптимальной цене. Особенный игрок. Блин, а как понять-то, кто там особенный, кто не особенный? А еще дали денег. Доход клуба повысился на 60% по сравнению с прошлым сезоном. Это очень высокий показатель. Если в клубе есть символ клуба, доход значительно повышается. Короче, мне еще дали кучу денег. Будем усиляться. Ну что ж, на этом сезон заканчивается, я так понимаю, да? Перейти в следующий сезон. Вы отказались переходить в другую команду, остаетесь в клубе. Да, принимаю предложение. А, я скаут не нашел, не посмотрел, кого там мне скаут нашел. Но это, я думаю, уже можно в следующем сезоне сделать. Состоялись все встречи. Благодарю вас за все приложенные усилия. Обязательно найдите время, чтобы обдумать свое выступление в этом году. Да я обдумал, ну, в конце-то концов. 23 победы, 7 поражений, 8 ничьих у нас в итоге. Ну, а нет, если сезон в целом смотреть, 12 поражений, 9 ничьих. Это с Лигой Европы. Место 39 в рейтинге клубов. Ну, неплохо в целом-то. Предпочтение в атаке, контроль мяча, короткий пас, тотальная оборона, агрессивный отбор. Ну, да, это мы все знаем. Сезон 18-19. Ну что, входим в реальность, скажем так. Догнали реальность. Первый день периода трансферов. Ну, тут пополнение молодежной команде. С Полозом там произошли изменения. Я был к вам слишком снисходителен. Возможно, то, что я так за вас держался, была ошибка. Теперь вам придется доказать, что вы достойны этого клуба. Мы должны сражаться за трофеи каждый год, будь то Лига, Домашний кубок или Лига чемпионов. Выбирайте сами. Удачи. Блин, ну... То есть он такой, типа, ага, в прошлый раз ты там мне накосячил, давай-ка сейчас исправляйся. Это от владельца я услышал. Ну что, еще раз повторюсь, ребят, у меня в планах именно Лигу чемпионов вам показывать, а остальное играть за кадром. Потому что именно в ЛЧ будут соперники уже на порядок выше классом, чем у нас в лиге. И это будет интереснее. Вот я просто на этом уровне сложности еще не играл с топ-клубами. Я хочу сыграть именно с топ-клубами на этом уровне сложности и понять, насколько это будет сложно или просто. И там уже подумаю, поменять сложность или нет. Вот. Такие вот у меня планы. Не забывайте про лайки и комментарии, друзья. Увидимся в следующей серии. Всем пока.